Руководство города отчиталось перед ветеранами. Встреча прошла в преддверии Дня пожилого человека. Основными темами, которые поднимались в ходе общения, стала работа общественного транспорта, льготы на проезд, а также введение новой социальной транспортной карты. Сейчас в городском совете ветеранов состоят около 100 тысяч ярославцев. Мы всегда решаем наболевшие вопросы. Это по ветеранской линии и вопросы ЖКХ, вопросы транспортного обеспечения, вопросы своевременного и полного удовлетворения пенсионного обеспечения. Мы всегда с трепетом относимся к ветеранам. Мы считаем, что подобные мероприятия, они должны как можно чаще проводиться не только на общегородском уровне, но и на уровне районов, на уровне микрорайонов. Этой категории людей важно внимание, что их слышат, их слушают. Вот поэтому и такая встреча, это просто часть какого-то, наверное, нашего внутреннего долга общения с этими людьми, чтобы они не чувствовали себя забытыми.